Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый быстрый и рабочий скрипт на BuildBot на AutoFarm. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать ReExploit. Также ссылочка на него вместе с скриптом будет в описании. После того, как вы зашли в чит, нажимаем вот на этот шприц. Здесь у нас работает полностью автоинжект. То есть, несмотря какой у вас будет компьютер, там слабый или сильный, вот, вне зависимости от этого, инжект будет всегда автоматически работать. Так, все, мы заинжектились. Теперь вставляем его сюда в скрипт и нажимаем Xcode. Так, все, вот он появился. Вот эту панельку можно куда хотите двигать. Так, чат давайте закроем. Вот, тут получается две кнопочки, старт и стоп. Старт начать, стоп остановить. Ну, в принципе, все стандартно. Нажимаем старт. И, как видите, я сразу же моментально лечу за сундуком. Вот, сейчас он, получается, автоматически долетит до сундука. Заберет вот эти золотые слитки. ТП-хнется обратно. И опять также полетит. В принципе, все просто и все работает. Главное то, что он быстро летит. Прям реально быстро. Так, я получил 90 голд. То есть 90 золота. Так, все, ждем. Сейчас он обратно ТП-хнется. Все, вот, как видели, он обратно ТП-хнулся и заново начинает лететь. Вот, чтобы, естественно, остановить ваш фарм, нужно нажать на стоп. Ну, в принципе, давайте сейчас соберем сундук и нажмем на стоп. Стоп также работает. Так, все, мы долетели, отлично. Так, в этот раз нам, кстати, поменьше дали. В этот раз нам 80 колды дали. Нажимаем стоп. Вот, я стоп нажал, получается, автоматически умер. И все. Как видите, я перестал фармить. Так, что это у меня такая за гравитация? Странно. Вообще, по идее, такого не должно быть. Если не ошибаюсь, это, скорее всего, из-за скрипта. Ну-ка, давайте сейчас еще раз прыгнем. Ну, в принципе, довольно прикольно. Так, прыжок. Да, гравитация есть. Как видите, я улетаю в небо. Высоко-высоко. Я так понимаю, я не остановлюсь. Давайте нажмем стоп. Так, стоп, походу, сломался. Ну да ладно. В принципе, как видите, скрипт рабочий, все работает. Вы, получается, можете его включить, там, на часик уйти там по своим делам куда-нибудь. И за час он у вас нафармит, я думаю, больше 10 тысяч золота. Вот. Ну, в принципе, на этом у меня все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.